19 октября 2020 года, 12 часов 20 минут, дежурную часть 102, поступило сообщение о том, что в одной из квартир 18 микрорайона города Шымкент обнаружен труп неизвестной девушки азиатской национальности. В ходе проверки личность потерпевшей установлена. Она 2000 года рождения, жительница Туркестанской области. При осмотре на трупе в области шеи обнаружены следы удушья. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть потерпевшей произошла от удушья. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан подозреваемый. Он житель Туркестанской области, 1997 года рождения. В настоящее время подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.